Снова привет, давненько мы с вами не виделись. Я очень рада, что вы все еще не переключились и остались с нами и смотрите, следите за нашим эфиром уже второй, третий день. Завершающий. Сейчас мы будем разговаривать про open source, но не про тот open source, про который мы говорили вчера с Денисом Кораблевым, а про open source для юных. Это означает, что мы будем разговаривать с Алексеем Федосеевым, который является президентом Ассоциации участников технологических кружков и лидером проектов кружкового движения «Национальная технологическая инициатива». Привет, Алексей. Добрый день. Спасибо. Расскажи мне, пожалуйста, про конкурс open-source, который вы проводили. Для вас, дорогие мои зрители, рассказываю, напоминаю, что финал этого конкурса проходит в рамках Positive Hack Days. Пятерка лидеров получила возможность выступить на нашем мероприятии. При желании вы можете их найти в программе и послушать, собственно, что ребята такого придумали в рамках этого конкурса, правильно, да? Да, все так. Что за конкурс такой? Конкурс проводится первый раз в таком масштабе в России. Участвует и Минцифра, и куча компаний технологических, в том числе Positive. Компании, которые предложили свои темы. По сути, open source важен в самых разных направлениях, не только в инфобезе, от домашних устройств и умного дома до каких-то системных библиотек. И участниками этого конкурса являются студенты и школьники. Для нас это очень важная тема, потому что сейчас очень много ребят увлекаются IT. Увлекаются IT практически, учат современные языки программирования, используют GitHub, но при этом без какого-либо понимания и глубокого погружения в саму среду open source, понимания того, что такое сообщество open source, что такое открытые лицензии, как вообще живут эти сообщества, какие там есть сложности. И как раз попасть на конкурс и пройти через такой живой опыт, участие в реальном open source проекте или публикации своего проекта под открытой лицензией, получение обратной связи от экспертов, ну и вообще говоря, по направлению информационной безопасности этот конкурс здесь подводится итоги, а в остальных направлениях итоги будут подводиться еще в течение мая. И летом мы поздравим победителей и выдадим им всякие разные призы. Долго ли конкурс шел? Ну, в этом году мы запустились в течение вот этого семестра. Мы практически после Нового года стартовали. И сейчас подводим итоги, в том числе для того, чтобы старшеклассники, победители получили дополнительный балл ЕГЭ при поступлении, что очень важно для ребят. Но вообще мы предполагаем, что этот конкурс будет запускаться каждый год и уже привязан к учебному году, чтобы студенты, которые реализуют свои проекты, курсовики, дипломы, могли тоже включить это все и опубликовать их под открытой лицензией. Напомни, пожалуйста, сколько участников в этот раз было? Ну, в этом году у нас поучаствовало более 2000 человек. Это в основном студенты. В основном студенты ведущих вузов IT-специальностей. Есть школьники. И, в принципе, это круто, что у нас ребята, еще будучи 10-11-классниками, делают реальные проекты и кладут их в свое портфолио, что очень важно для любого IT-специалиста будущего. Вот, примерно, ну, в общем, больше 500 проектов у нас было подано ребятами. Они, конечно же, все очень разные, и поскольку они все лежат на GitHub, любой участник может открыть сайт нашего конкурса, посмотреть их, может потыкать, почитать, увидеть количество звездочек, заработанных как бы на GitHub этим проектами. Ну и сейчас как раз идет экспертиза, когда они все получат обратную связь от представителей компаний, которые занимаются open source в России. А какого типа проекты получились у ребят? Насколько очень они разные. Применимы к жизни? Или ну, очень разные. Есть ребята, которые явно ну, не первый день этим занимаются, пишут какие-то библиотеки, пишут тулзы для... ну, есть, понятно, более модные направления, такие как искусственный интеллект, какие-то такие очень понятные прикладные задачи современные, по инфобезу много, какие-то утилиты. В общем, и, кстати, еще очень популярное направление – это игры, потому что ребята просто делают какие-то свои игры либо в рамках конкурсов, либо еще где-то, публикуют их под открытым кодом. В общем, тоже достаточно интересные бывают штучки. Но в целом кажется, что все-таки для большинства это была первая вообще попытка знакомства с open source, и для нас это вообще большая удача, что мы смогли втянуть это. И это еще важно почему? Потому что одновременно с конкурсом мы запустили образовательную программу, в которой разные интересные люди из этой области рассказывают вообще, что это такое, рассказывают про разные аспекты, и нам кажется, что как раз такой опыт участия в конкурсе, он дает хорошую базу, чтобы
про это познавать побольше. А что за образовательная программа? Чуть поподробнее, что в нее входит, как она выстроена? Нам очень важно показать, скажем так, и рассказать из первых уст со стороны ребят, которые работают в наших компаниях и сами ведут проекты, участвуют в больших там программах, в больших сообществах международных, опенсорсных. Что это такое? На практике. Как, например, подать свое какое-то contribution в существующий проект? С какими сложностями ты столкнешься? Когда ты должен коммуницировать, проходить какой-то порог входа с командой? Если ты публикуешь проект, как тебе выбрать лицензию? Вообще, что такое лицензия? Почему это важно? Как сделать так, чтобы твой проект жил после того, как ты его опубликуешь? Как привлечь людей в сообщество? Ну, то есть, на самом деле, очень много вопросов, которые касаются не просто технической части, как программировать. В принципе, и так многие могут научиться, куча про это контента есть. А вот именно как сделать, чтобы это работало, и вот эта вот социальная как бы рамка вокруг проекта, мы сейчас сделали акцент на этом, потому что нам кажется, что этого как раз больше всего не хватает. А есть ли истории, когда разработки молодежи забирались на сторону, не знаю, начинали использоваться в каких-то реальных коммерческих или некоммерческих проектах? Ну, то есть ребята там что-то разрабатывали, если выкладывали? Если открыть наш лидерборд, да, то там можно увидеть, что топ-проектов, они такие, но явно используются где-то, потому что там куча форков и звездочек на GitHub у этих проектов, и там есть на английском языке развернутые там дискуссии, описания и так далее. То есть, ну, понятно, что это студенты уже, то есть это люди, которые уже прошли определенный путь, и, может быть, действительно наш конкурс для них, ну, чуть-чуть простоват, да, им уже надо там чем-то другим заниматься. Вот, но в целом такие примеры есть, и даже от школьников такие примеры есть, хоть и не очень много. И, ну, просто нам кажется, что у этой темы большой потенциал, потому что очень много проектов, которые делают ребята в школе и в вузе, они просто идут в стол. Но они на них дают обратную связь научный руководитель или что-нибудь в таком духе, и все. А тут, на самом деле, можно намного больше обратной связи получить. Но это если для твоего личного портфолио. Конечно... можно вообще отдать эту историю в чьи-то руки для того, чтобы она жила и дальше? Ну да, да. Ну, то есть... Прикольно. Что? Прикольно. Ну да. Вот, то есть здесь просто на самом деле кажется, что вот это чуть больше порог входа, потому что тебе нужно, ну, написать и опубликовать тоже, за что тебе не будет стыдно. И это тебя же самого подталкивает, ну, как бы более тщательно, что ли, относиться к тому, что ты делаешь. Ну и плюс найти каких-то партнеров, коллег, которым тоже это интересно. Это всегда важная такая социальная составляющая open source. Она здесь помогает. А как вы думаете, какова судьба ваших конкурсантов дальше? Ну, во-первых, мы зовем наших партнеров им предлагать какие-то стажировки и, в общем, делать что-то интересное. Сейчас у нас в России есть проблема с известной программой Google Summer of Code, куда нельзя попасть в этом году российским менторам и студентам по понятным причинам. И ряд команд и компаний в России заинтересованы звать на такие open-source стажировки, так назовем это, open-source уже продолжающиеся такие более продвинутые предложения для ребят делать. Я уверен, что многие победители нашего конкурса получат такие предложения, потому что, ну, реально видно, что у ребят есть опыт, и круто было бы их как бы вовлечь в свои сообщества. Поэтому я думаю, что за победителей конкурсов даже некоторая борьба будет среди наших опенсорсных команд, кто их перетянет на свою сторону. Вот. Ну а для всех остальных, мне кажется, это хорошая попытка. Надо на следующий год попытаться сделать лучше. То есть будет продолжение? Да, мы хотим запускать этот конкурс каждый год и фактически сделать так, чтобы в какой-то момент молодой человек мог показать в своем резюме как бы свой рост в open source от года к году в виде тех проектов, которые и контрибьюшенов, которые он делал. Замечательно. А мы, когда готовились с вами к интервью, беседовали на темы рядом лежащие. Да. И расскажите, что для вас open source? Как, что вы вкладываете в головы молодому поколению? Да, ну смотрите, для нас open source это, ну я цитатами буду говорить, это прежде всего это show me the code, известная цитата Линуса Торвальдса, это вообще-то по гамбургскому счету то, что ты сделал. Потому что когда мы часто видим презентации проектов студентов, хайповые такие стартаперские презентации, все, что они
хотят сделать, это тотально противоположное. То есть пока вы не сделали, не показали, что это работает, вы никому не интересны. Mm-hmm. И мне кажется, что это то, чего страшно не хватает современным, таким модным, ориентированным на стартапы молодым командам, потому что, ну, вообще-то надо еще сделать. Mm-hmm. Надо не только уметь красиво рассказывать. И это очень крутая, как бы, прививка, мне кажется, которую должен пройти каждый IT-специалист. Ну и вторая вещь, это все-таки это сообщество глобальное, многоязычное. Несмотря на все сложности, с которыми мы сейчас сталкиваемся в мире, я уверен, что международная кооперация в тех или иных формах сохранится, пусть она там будет трансформироваться. И иметь опыт взаимодействия с людьми из другой культуры, там из Индии, из Бразилии, из Соединенных Штатов, неважно, на самом деле, с какой стороны, все равно это выход за... из своей, как бы, капсулы, выход в глобальный такой инженерный мир. И мне кажется, это тоже очень важная штука. Она есть в науке. Mm-hmm. Нам важно, чтобы она была и в инженерии тоже. Потому что инженерия — это тоже то, что развивается непрерывно. И мы должны быть на переднем крае, перенимать все лучше и, наоборот, показывать, что мы очень крутые в каких-то областях, и с нами тоже надо что-то делать. Из того, что говорите, вижу, слышу, что инженерия не может развиваться, жить вне контекста. У нас у всех меняются условия, особенно в последнее время. Да. Скажите, что изменилось? Ну, то есть мы много говорили о том, что поменялось в информационной безопасности, что поменялось в IT, какие у нас теперь новые правила жизни, mm-hmm. что мы ожидаем. Что изменилось в open source? Open source точно так же, как и другие сферы, сложные такие, тонкие сферы человеческих взаимодействий, конечно же, сейчас получили серьезный удар, и в некоторых сообществах, особенно сообществах с большим количеством русскоговорящих и вообще относящихся там к русским, к российским каким-то корнями, ну, трещат по швам, испытывают какие-то сложности, некоторые разваливаются, но в любом случае осмысляют, обсуждают происходящее. И в этом смысле кажется, что для всего open source, мирового open source в том числе, это серьезное испытание. Получится ли этому движению сохранить свою глобальность? Получится ли сохранить те идеалы, которые были заложены в основании «Четыре свободы» Столмана или там «Тысяча глаз» Эрика Реймонда? Какие-то ценности, которые, безусловно, были приняты всемирным инженерным сообществом как то, что важно для всех. Мне кажется, что все-таки это стадия взросления, когда инженеры уже не могут просто прятаться в своем мире инженеров, а должны, как бы, понимать, что мир устроен сложнее. И, ну, я сам много лет в этом, больше 20 лет в open source лично, и мне кажется, что это вполне можно преодолеть, именно потому что здесь есть ценность объединения. Ценность, ради которой люди объединяются, ради которой, ну, по сути, сделать общее существование людей на планете Земля лучше, в конечном счете, если так совсем уже грубо. Очень такая высокоморальная, да, цель. Она мало кто любит ее произносить вслух, потому что, как бы, это некоторое такое предумолчание, но мне кажется, что это важная составляющая open source, без нее это бы никогда не взлетело. Ну и поэтому мне кажется, что люди рано или поздно все равно найдут тот компромисс и тут те точки взаимодействия и совместности, которые все-таки позволят этому явлению выжить и продолжиться. Как вы думаете, коммерциализировать эту тему можно? Ну, это грааль, к которому долго все подбираются. Вот. И мне кажется, что нам придется это делать, потому что у нас в России, к сожалению, нет такого огромного количества ресурсов, чтобы мы могли просто развивать что-то ради развития. Нам придется очень прагматично смотреть на вещи. И open source, как некоторая такая ступенька, с которой ты начинаешь, когда делаешь свой продукт, мне кажется, это очень важно. И если мы все-таки продолжаем говорить про экспорт, а это нужно говорить, на мой взгляд, нельзя замыкаться в себе, то open source в текущей ситуации для России – это важное условие экспорта. Потому что если вы будете показывать в Индии, в Бразилии, в любой другой стране ваш продукт, и будете показывать его открытые части, которые можно легко поменять, проверить и так далее, это всегда дополнительные пункты к вашему конкурентному преимуществу. И мне кажется, что это то, что нужно просто иметь как одну из составляющих вашего продукта. Поняла. Есть ли какие-то тренды, веяния, тенденции на Ниве open source на ближайшие лет 5? Ну, я думаю, что сейчас нам важно пережить этот кризис, но не только нам, в целом, open source как сообществу. И мне кажется, что одна из самых интересных тенденций, которая, ну, не новая, но в целом все сильнее и сильнее, это уход open source в другие сферы.
это open hardware, это открытые какие-то истории в искусстве. И, ну, тут, грубо говоря, когда сама по себе история про open source становится частью общего культурного контекста, как Википедия, которая всем уже привычна. Скорее в концепцию в какую-то превращается. Ну, превращается в общую культурную норму. Mm-hmm. То есть любой человек, грубо говоря, который ты встретишь на улице, он будет знать, что Википедия — это не просто энциклопедия, где быстро можно что-то найти, а это энциклопедия, которую пишут совместно, в которую ты сам можешь внести как бы свой вклад. Вот эти вещи, они постепенно появляются. Мы видим, как появился краудфандинг, как появился краудсорсинг в науке, citizen science и другие разные явления, которые на самом деле имеют общие корни, восходящие к open source, как к такому самому первому здесь проводнику. И мне кажется, что это будет проникать в самые разные сферы жизни с неизбежностью, и мы увидим новые явления, в том числе шеринга каких-то интересных вещей, там шеринга концепций и так далее. Я верю в это. Ну, самый фантастический вариант опишите. Самый фантастический вариант, ну, наверное, он состоит в том, что мы наконец-то придем к тому, что знания, ну, как бы, которые накапливает человечество, они тоже станут общедоступны. То есть наука, которая сейчас инкапсулировалась тоже в отдельные институты, журналы и так далее, она, ну, раскроется, и мы будем увидим новую эпоху возрождения, когда все люди начнут обмениваться знаниями вне зависимости от того, кто там что запатентовал. Это сейчас сложно вот представить. Про науку и обмен знаниями я, если честно, не очень хорошо понимаю идею, потому что есть люди науки, которые понимают, о чем они пишут, понимают, да, что да, они да. делают, и как бы они не берутся из космоса, они долго идут к тому, чтобы сообщить что-то миру. Да. А в моем понимании история open-source науки заключается в следующем. Вы мне сообщаете, что по всем правилам науки Земля круглая и крутится вот так, а я имею право добраться до ваших трудов и поправить их, и написать, нет, плоская и на трех слонах стоит, и что делать? Нет, ну или скорее добраться до моих исходных данных, как бы, да, и убедиться, конечно, прав я или нет. Ну то есть там же, грубо говоря, воспроизводимость максимальная в открытом виде. Угу. Мне кажется, что здесь есть еще один аспект, который, может, даже ближе к open-source инженерном смысле этого слова, это... Ну, некоторый перевод в массу, да, то есть есть какое-то знание элит, а есть ученых, которые это все придумали, открыли, а есть то популярное знание, которое мы видим в Википедии. Между ними есть некоторая пропасть, и здесь, может быть, другой концепт из сферы безопасности будет интересен. Это сети доверия, которые есть, в общем, в open-source криптографии, да, где вы, грубо говоря, доверяете товарищу, а товарищ доверяет другому, и через это строятся такие транзитивные сети доверия. Я думаю, что мы то же самое получим скоро в системе знания, когда мы будем, условно говоря, я доверяю вот этому профессору, потому что он меня учил, а я через меня, мой друг тоже доверяет этому профессору, через вот эту сеть доверия. Мне кажется, что таких решений пока нет в популярном пространстве, но это очень важное направление, в которое open source будет помогать, грубо говоря, людям. Это новая журналистика, это новая наука, то есть основана на других принципах, более горизонтальных, потому что open source — это про горизонтальное взаимодействие. Понятно. Алексей, спасибо огромное. Мне кажется, что мы за 3 дня обсудили open source с самых разных позиций. Круто. Я надеюсь, что ваш конкурс в следующем году наберет гораздо большее количество участников, хотя куда уж больше, много. Желаю успехов вашим подопечным, если их так можно назвать, и вам тоже с ваших начинание. Спасибо большое. Спасибо. А вы не переключайтесь, пожалуйста, нас ожидает продолжение. Мы еще, может быть, даже не... Нет, мы поговорим про конкурсы, но не будем больше говорить про open source. Не переключайтесь.